В Москве прошла 51-я федеральная оптовая ярмарка «Текстиллекпром», участие в которой приняли свыше 2000 компаний из 29 стран мира. Среди них достойно выглядело наше предприятие «Оренбургские пуховницы». Наша продукция вызвала большой интерес, было заключено несколько контрактов на поставку товара. Также по итогам выставки предприятия «Оренбургские пуховницы» получило от президента «Рослекпрома» диплом за организацию производства высококачественных товаров текстильной и легкой промышленности.